Массовый падеж лошадей произошел в Карагандинской области. В поселке Северо-Западный погибли 15 голов. Как говорят жители, животные съели выброшенную свеклу в синтетических мешках, которые забили их пищеварительный тракт. Жители рассказывают, одних лошадей находят уже мертвыми, других приходится забивать, чтобы не мучились. Лошадь взяла, умерла своей смертью. Аким сельского округа считает виноватыми самих владельцев лошадей, мол, не уследили за своим скотом. По его словам, мешки со свеклой находятся на полигоне твердых бытовых отходов. Но жители уверяют, что в мусорном полигоне нет заборов и требуют от акимата огородить территорию полигона. По инциденту с лошадями могу пояснить следующее. 27 января лошади находились на полигоне твердых бытовых отходов без присмотра. Все жители знают, что это не пастбищные угодья. Данная свалка находится в чертах населенного пункта. Имеется земельный акт, направо постоянно землю пользуем под ТБО. Вблизи ТБО пастбищных угодий нету.